объединение национально-культурных обществ Кирилла Мефодия, которое я представляю, было создано в 2008 году. И на данный момент оно объединяет более 30 различных культурных организаций. Эти организации в основном базируются в городе Таллине. Поэтому можно сказать, что это не совсем общереспубликанское, но то, что общегородское объединение, это точно. Одно из крупнейших у нас крышевых объединений, и такие знаковые мероприятия, которые проводит наше объединение Кирилл и Мефодий, это прежде всего Дни народов Эстонии и также Дни славянской культуры и письменности, собственно, Дни Кирилла и Мефодия. По названию этого праздника и получило название наше объединение. Все коллективы, которые входят в наше объединение, довольно успешно и активно работают. Огромное количество мероприятий они делают самостоятельно. В рамках вот этих коллективов проходят различные международные конкурсы, фестивали и так далее. Ну, большая работа проводится. Ансамбль «Вива Музика», молодежный хор «Итерум Кантус» и хор «Украина». Дирижировали Светлана Заугарова и Алина Ивановна Плачкова. Концертмейстер Евгения Клементова.